Здравствуйте, меня зовут Зап из школы жонглеров ОГО. И сейчас я объясню вам парочку простейших трюков контактного жонглирования. Первый трюк называется изоляция. Как видите, я кручу шарик, и он как будто бы остается в одной точке. Именно это называется изоляцией. Когда вы присваиваете объекту какие-то свойства, и он продолжает им соответствовать. Вы можете изолировать шарик на ладони или в пальцах. При этом вы можете заставлять его двигаться по собственной траектории. Как делать изоляцию на ладони? Для этого нужно хорошо научиться катать шарик по ладони. Вы можете изолировать ладонь или вы можете изолировать шар. Но самое главное — это катать его по кругу на ладони, вокруг фаланги среднего пальца. Если раскладывать это действие на составляющие, получится, что мы перекатываем шарик с пары пальцев, указательный большой, на следующую пару, на следующую и по ладони снова до большого пальца. Так получается круг. Это нужно сделать много-много-много раз. Когда у вас начнет получаться стабильный круг, начинайте двигать ладонью, и мячик начнет зависать в воздухе. Это и есть изоляция. Второй трюк называется бабочка. Именно этот. Когда шарик перекатывается с внутренней на внешнюю сторону ладони. Делается это так. Для начала возьмите руку, немного опустите средний палец и положите шарик на первые фаланги пальца. Подвигайте рукой с шариком так, чтобы вы начали его контролировать, чтобы он не убегал с ваших пальцев. После этого начинайте как будто бы подбрасывать его вверх-вниз. Обратите внимание, что в верхней точке шарик теряет вес. В этот момент вы поворачиваете руку, и он перекатывается на другую сторону ладони. Движение шара происходит вот таким образом. Он прокатывается между двумя пальцами и постоянно в контакте с вашей ладонью. Именно поэтому это и есть контактное жонглирование. С одной стороны руки на другую. Вам стоит попробовать это много-много раз для того, чтобы это начало получаться очень гладко. Вот и все.